У кого резина дома есть, да? Нет-нет, да и поможет. То есть что? Простенько и со вкусом. Узелок. Полотенце. Да? Да. А для чего? Для утренней гимнастики. Для растяжки перед тренировкой. Просто утром потянуться. Вот это упражнение. Ну как закрепить резину? Резину надо закрепить опять-таки. Желательно на своем рост. То есть на уровне своего плеча. Вот моя рука параллельно полу. О! Идеально. Так, чтобы она... А, вот. Мы ее вот так поуже сделаем. Во! Все, резина на уровне плеча оказалась. Понятно, да? И вот эти упражнения, которые существуют, действия, которые вы сами себя, ребят, сами себя так не потянете. Сейчас. Сами себя так не потянете. Только это резина. Базовое первое упражнение. Параллельно полу. Присадите. Одной рукой. Не спиной наклоняете. Вот одной рукой. Второй рукой. Просто голова опять прямо. Вкрутил, выкрутил плечо. Крутится, вся рука крутится. Да, да. Здесь же. Встал вверх. Локоть на уровне плеча. Резина параллельно. Не этим плечом назад, а задним плечом скручиваюсь как бы. То бишь отворачиваюсь, не тянусь туда, а поворачиваюсь по оси. Вторая ситуация. Опять упражнение, да, давали вчера, растягивали. Повернулся на руку, ладонью вверх. И движение какое? Задним плечом. Раскрываюсь вверх. И наклонился. Именно раскрываюсь. Повернулся на руку. Ладонью вверх. Задним, по передним плечом вверх. Раскрываюсь. Опа, наклонился. И самое любимое, но самое сложное. Да, видите, ноги широко поставил. Вот, корпус параллельно, боком. Что я делаю? Опустил голову. Я тазом разворачиваюсь. Не плечами начинаю разворачивать, а поворачиваю таз. Естественно, резина тянет. Таз поворачиваю. Оп, наклонился. Крутил, выкрутил. Крутил, выкрутил. Сзади, вот как это выглядит. Еще раз. Корпус положил параллельно полу. Тазом поворачиваю. Не поднимаюсь. Поворачиваю таз. Крутил. Выкрутил. Крутил. Выкрутил. Ой. Ой, хорошо. Ну, вот такие маленькие небольшие упражнения могут тоже помочь. И, конечно, только резина тебя тянет. Раскрывает, растягивает. Ты сам никогда так не потянешься. Да. Ну что, наша тренировка на сегодня на этом окончена. Всем, надеюсь, немножко хоть что-то для себя интересное где-то было. Что не понравилось, обязательно говорите. Только не мне, а друг другу. Шучу. Ваше мнение всегда интересно, ребят. Что-то нужно кому-то, какие-то вопросы, пожалуйста. В наше время самозанятости общение стоит дорогого. Будьте, главное, здоровы, давайте общаться. Бог с нами, и Бог тоже. До встречи.